Здарова, классеры, с вами как всегда я, Арман, и сегодня мы вместе попробуем проходить испытание ледяных духов и попробуем получить очень много ледяных духов, так что посмотрим, что из этого у нас получится перед тем, как мы начнем. Ребят, давайте сделаем так, чтобы все получили легендарочку. В общем, если вы хотите получить легендарную карточку, то вам надо успеть поставить лайк под этим роликом всего лишь за 3 секунды. Я сейчас буду отчитывать, а вы ставьте лайки в это время, если вы успеете ставить лайкосики, то у вас будет гарантированная лего в ближайшие дни, так что я начинаю отчет, а вы ставьте лайки. Так, 3, 2, 1. Отлично, надеюсь, все уже успели поставить лайк, если сделали, то ждите свою легендарочку. И, конечно, если хотите вот повысить ваши шансы, то можете еще и подписаться на канал, если вы вдруг тут впервые, и, конечно же, включить колокольчик. Ну, а если вы хотите попасть в следующий видосик, как вот эти чуваки, то обязательно напишите свои крутые комменты, и, возможно, именно вы попадете в следующий видосик. Ну, а мы уже потихонечку давайте начнем. Вот играть будем с этой колодой. Хотя, не знаю, тут будем составлять колоду или же как. Так, ну ладно, давайте посмотрим. Да, будем сейчас составлять колоду. Ну, давайте уже потихонечку приступим. Ой, я забыл, что за карты там у меня находились. Сейчас надо вспомнить. Так, блин. Ну, не запомнил. Вот арбалетик уж запомнил. Что еще там у нас есть? У нас там были вроде бы скелетики, да? Ой, не знаю. Ну, давайте рандомные карты будем ставить. Потом сейчас посмотрим. Точнее, сейчас посмотрим и будем менять. Так, бревно, мега-миньончик. Так, скелетики, правильно. И фаербол. Окей, посмотрим. Так. Мега-миньончик. Фаербол. Так, фаербол и бревно. Вот. Колода очень дешевая, 2,6 телека. Посмотрим, как будет себе проявлять. В общем, погнали, ребят. Погнали, посмотрим. Играем на компе. Петр и... Так, Янгуля. Окей. Арбалетик, по идее, сейчас должен у нас тащить как-то. А это, ребят, скажу я вам, вообще прям не очень. Почему? Потому что... Ой, палач. Это фигово. Это прям капец как фигово, ребят. Вот так вот. Так. Есть. Есть такое дело. Так, дефаем все это добро. Так. Давай. Хорош. Дефались. Только сейчас остается идти в атаку еще. Атакующая карта у нас, по сути, получается арбалет. Только как будет арбалет, собственно, действовать, я, если честно, не знаю. Так, окей. За счет дешевизны этой колоды мы сейчас попробуем как-то что-нибудь сделать. Так, давайте немножко гелика подкопим и... Поставим, собственно, арбалет. Вот такой вот нежданный арбалетик. Угу. Так, тише, телефончик. Прям вообще не вовремя стали звонить. Так. Опа, арбалет. Да блин, куда ты смотришь, арбалетик? Алло, арбалетик. Арбалетосик. Так, дровосек проходит. Дровосек, вздыхаем. Да бляха, вот. Да блин, можно было провести. Ай-яй-яй, как же так? Ну ладно. Так, давайте еще раз попробуем арбалет. Вот так вот. Ой, тише. Ай. У нас что-то все прям очень-очень жестко получается, ребят. Опа. Мы пока что в минусе. Так. О, еще спарки. Да ну нафиг. Вот так вот. Дешевая колода прям творит чудеса. Видите, да, как изи дефаем мы вражеских юнитов.
Только вот наш арбалетик еще нам надо дефать, и вообще так-то будет прям все четенько. Так, есть. Вот так вот. Ну, арбалет, давай. Ты сможешь, арбалетик наш дорогой. Вот. Дефаем всеми силами прям наш арбалет. Сейчас еще и второй арбалет у нас будет доступен. Опа, хорош. Ставим еще арбалетик. Так. Давай, мы сейчас чисто за счет арбалетов будем передвигаться, ребят. Опа. Так, тише. Блин, жесть просто. Арбалет, давай, ты сможешь, арбалетик. Да, отлично, переключается на вышечку. Так, давайте еще один. Да блин, я не так поставил арбалет. Вот это облом. Вот это прям обломище. Ну ладно, дешевая колода. Дешевая колода, дешевая колода. Давай, делай свое дело, дешевая колода наша. Такс. Вот так вот. Угу. Дефаемся. Дефаемся, ребятушки. Есть еще арбалет у нас. Пошел. Вот так вот. Ну, фаерболчик у нас. Да, бляха. Так, тише, 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 тише. Вот. Спарки, блин, спарки это прям немножечко кирдык. Ну, ладно. Сейчас, в общем-таки, попробуем дефаться. Ну, блин, смотрите, чувак просто нам не дает ставить. О, кстати, хорошая идея. Только сейчас нам надо не лохануться и, в принципе, держать наш девчик. Так, палачи, палачи, палачи. Идите вы, пожалуйста, нафиг. Так, нам еще один фаерболчик нужен. Буквально один фаерболчик, ребятушки, и все. Такс. Так, так, так. Опа, кто кого, кто кого, кто кого, давай. Есть. 70 хпшечек оставили. Лол. Капец, напряженная битва была. Ну, в принципе, это фоновая колода получается, да? Дешевенькая такая, ну. Прикольно ею играть. Ну, ладно, погнали дальше. Первая победа у нас есть. Против Суперсела играем. Ей, давайте попробуем нагнуть Суперсел. Так, так, так. Отлично, чувак. Ну, что ты скажешь нам? О, жесткий чувачок попался. Окей. Отдефались. Вроде как. Ну, конечно, не прям так, как хотелось бы. Ну ладно. Еще урончика смогли нанести мегаменюнчиком. Нормально. Так, вот так. Дефаемся. Опять-таки дешевая колода говорит о своем. Есть. Принц тоже не прошел. Если, кстати, заметьте, был бы принц Хогом, то мы хрен бы там отдевали. Потому что там еще вдобавок стоял, точнее, был у чувака запчик. А запчик это уже очень-очень серьезно. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, с Хогушка сдыхаем. Есть небольшой, прям совсем чуток урночка проходит. По вражеской вышечке. Окей. Так, 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 так. Что у нас сейчас дальше будет? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Окей. Вот так вот. Угу. Вот. Есть. Сойдет. Опять-таки отдефались. И сейчас пришло время ставить арбалет. Ну, двойного эликсира придется нам ждать, скорее всего. Ой, по-моему, не очень-то хороший вариант деф от чувака. Вот. ХПшечек продолжаем не терять. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Что сделать сейчас, чувак? Ну... Ладно, давайте мы сделаем первый шаг. Вот так вот. Опа. Ой, бревнишка, бревнишка, бревнишка. Сойдет бревнишка, ребят. И арбалет проходит. Неужели... Да, арбалет проходит, ребят.
Арбалет проходит, и при том таки нехиленько так проходит. Можно еще второй арбалет там забабахнуть как-нибудь. Так. Опа, тише, тише, принц. Урона не получили. Сойдет. Сейчас хук будет вражеский. Так. Да или не будет? Да не, не будет. Чувак сдался просто. Есть. Вторая победа тоже, ребят, у нас на изи получается. Хотя не, первая победа у нас не на изи. А вот вторая уже прям на изи. Есть, ребятушки, есть еще одна победа у нас. Так. Так, сколько карт получаем? 50, да? Давайте нам 50 духов. Мы все равно этими ледяными духами не играем сейчас. Ну ладно, пусть для коллекции будет. Ой, хуйня, бля, ушел. Вот. Вот так, что-то типа этого было написано. И посмотрим, что у нас будет на этот раз. Не знаю, сдать, атаковать. Не знаю, скорее всего, давайте будем... Чё это за хрень? Алло, Суперсейл, чё это за хрень? Это у меня второй раз такое случается. Ёперный театр, чё это за фигня? Алло, Суперсейл. Ох, ладно, давайте я перезапущу игру и вернусь. Надеюсь, что у меня поражение не засчитается. Вот, ладно, скоро я вернусь, ребят. Ребят, я не понял, если честно, что это было, но у нас не засчитали это как поражение. Это хорошо, ну ладно. Давайте попробуем идти, в принципе, дальше. Так, оу, повозка, иди на назад, чувак, эй, да бляха, смотрите-ка, вот парл, сколько урона нанес эта повозочка, блин, быстрая фигня, я ни разу еще против повозки не играл так, ну ладно, сейчас попробуем как-то отомстить, где наш арбалет, вот, сейчас мстим арбалетом, так, такс. Ой. Да блин, это вообще прям не очень, по-моему. Опа. Ну ладно, хотя бы дефаться можно. Вот так вот. Так, а вот хогушка. Хогушка. Чем дефать мне хога, да? Ну ладно. 930. ХПшечек оставили. Ну ладно, идем вперед. Так. Мегаминьончик давай, тычканя. Есть, хорош. Хорош. Так, сейчас еще электромаг будет. Ну ладно, давайте от принца вот так вот будем дефаться. Прям на изи, можно сказать. Вот, с миньончиками тоже разобрались. И даже летучие мышки наши выжили. Прикольно. Ну давайте, двойной элик. Двойной элик-то, бляха. Так, не достанет до вышечки? Да, ребят, смотрите, не достает до вышечки, бревно тащит. Так, бревно тащит, ладно, так дальше. Принцессочка, ну. Ладно. Так. Вот так вот. Вот так вот, ну бляха, хогушка, это вообще прям кирдык. Да хогушка, ты сдыхать будешь или как? Не, скорее всего не будет сдыхать. Блин, что нам сейчас делать, я не знаю. Я вообще не знаю, это по-моему слив будет сейчас у нас прям жесткий. Бревнишко. Вот от хога дефаемся. Так, ледяной дух. Вот так вот 30 секунд, ребят, остается. Давайте. Арбалет, ты нам нужен сейчас. Еще и нам фаербол сейчас нужен. Давай фаербол. Да блин, фаербол. Ага, пока фаербол у нас будет резнуться. Ну, конечно же. Окей. Просрали каточку. Так. Опа. Не, все-таки не получится, ребят. Было бы еще времени, можно было как-то попробовать, но нет.
Ладно, ребятушки, давайте на этом закончим наш сегодняшний видосик. Ну, испытание прикольное, ну, фановое испытание, можно сказать. Там, ну, ледяными духами, не знаю, напишите в комментариях, вы играете ли ледяными духами или же нет. Ну, прикольная карта, но что-то не очень-то многие пользуются вроде. Ну, не знаю, напишите свои мнения в комментариях, а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам за просмотр, всем удачи, всем пока, ребята.